Кошатка и медведь. Сегодня мы посмотрели нидерландский фильм «Мистер Фрог» 2016 года. Фильм «Мистер Фрог» рассказывает о детях средней школы, которая находится в Нидерландах. Неожиданно они все узнали секрет своего учителя, который при всех признаках лягушек, когда некоторые говорят про лягушек, или он сам видит лягушек, он сам превращается в лягушку. Всем привет, я Варя. Нидерландская постановщица Анна ван дер Хайзи известна прежде всего многочисленными работами на голландских экранах, в основном в сериалах. «Мистер Фрог» – один из первых ее полнометражных фильмов. «Мистер Фрог» собрал довольно большую кассу по меркам голландского детского кино – порядка миллиона долларов. В основу сюжета положена одноименная детская книга Пола ван Лоона. Я рекомендую посмотреть этот фильм всей семье, потому что там приключения, и он веселый. А вы знаете фильмы с участием лягушек? Пишите в комментариях и ставьте лайк, если ваш учитель не рептилоид. Всем пока!